Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я хочу показать вам свой заказ и познакомить вас с новинками 7-го каталога Faberlic, который действует у нас в период с 24 апреля по 14 мая. Обычные покупки, ну, у меня обычных немного, я не буду вам показывать, и чтобы видео не было очень длинным, покажу только новинки, но хотя их тоже будет немало. В начале видео, как всегда по традиции, полезная информация для тех, кто не является еще зарегистрированным пользователем сайта Faberlic или консультантом, что если вы зарегистрируетесь в нашей компании, а ссылочка для регистрации в компанию Faberlic всегда находится внизу под моим видео, переходите, регистрируйтесь, и после бесплатной и очень простой регистрации вы будете иметь скидку на всю нашу продукцию от 20%. А также за первый свой заказ на сумму от 1199 рублей, главное вам его оплатить до 14 мая, вы получите подарок. Вот такой замечательный концентрированный стиральный порошок на выбор 800 грамм, который заменяет 3 килограмма обычного порошка. Порошок гипоаллергенный, он очень качественный, производится он в Германии специально по заказу компании Faberlic, подходит для стирки детского белья и также подходит для аллергиков. Вся продукция серии Дом Faberlic не тестируется на животных, и она биоразлагаемая, поэтому порошок безопасен и он дерматологически протестирован. Бережно относится к тканям, поэтому очень вам рекомендую. Это хорошее предложение. Вы и сделаете заказ, получите скидку, то есть сделаете заказ на сумму от 1199 рублей, а заплатите уже на 20% меньше. И со своим первым заказом по каталогу 8 вы получите в подарок на выбор один из вот этих вот трех концентрированных порошков. И теперь перейдем непосредственно к новинкам 7-го каталога. Новинок было много. Я заказывала кроссовки, которые у нас на страничке 335. Вот такие вот, но на кроссовке уже сняла отдельное видео, отдельный обзор, поэтому обязательно посмотрите, кроссовки очень хорошие. И начну я с очков. Это женские солнцезащитные очки, пришли они вот в таком вот пакетике. Это артикул 9971, очки солнцезащитные, женские Одри. Материал линз пластик, материал оправы пластик, и линзы содержат поляризационный фильтр 400, поэтому это не просто пластмассяжка, а они еще и защищают наши глаза от негативного воздействия солнечных лучей. Очки приходят вот в таком чехле синтетическом, далее идет вот такая вот пленка, пакетик, даже не пакетик, а она сквозная, вот, и непосредственно очки. Эти очки, они выглядят вот таким вот образом, такие как они называются, кошачий глаз или что-то такое, да? Вот. Вот вы можете видеть, как они пропускают свет. То есть здесь потемнее, здесь посветлее. Вот, я еще подумаю, оставлю ли я их себе или верну, не знаю, как-то мне кажется, что они мне не очень подходят, хотя мне сказали, что хорошо, ну не знаю, буду еще думать. Но в целом очки, в принципе, хорошего качества. В общем, выглядят они вот так. На широкое лицо тоже подойдут. Так что единственное, что сразу могу вас предупредить, чтобы вы не пугались, когда вы откроете пакет. И вот от этого чехла идет такой жуткий запах. Ну, вот как многие говорят, да, Китаем пахнет. Но это пахнет хуже, чем Китаем. Это просто, ну, вот реально жуткая вонь. Ну, ладно, ничего страшного. Я не знаю, конечно, выветрится это или нет, но, может быть, на балконе попробовать подержать. Но воняет, конечно, ужас. Вот, и единственное, что еще хочу сказать. Вот здесь вот в одном месте, вот здесь на дужках есть внутри логотип Faberlic, поэтому для кого это принципиально важно, чтобы не было вот здесь вот, да, там, кто некоторые стремаются покупать
по каталогам, да, такие вещи, то логотип убран внутрь. Поэтому, в общем, кто стесняется, не стесняйтесь, можете смело покупать. Вот. Также у меня родственница заказывала очки, которые верхние, вот форма стрекоза, тоже хорошие очки, в принципе, тоже нам понравились. Следующая новинка этого каталога — это гель для душа, который у нас выходит в серии гель для душа и пена для ванны. Они два в одном, это парфюмированные гели для душа. Вышел у нас вот такой вот сочный ананас и карамбола. Очень красивое оформление, во-первых, у средств в этой серии. Видите, там внутри идет такой как декоративный экран сзади. Очень классно. Артикул этого геля 8445, и здесь 310 мл. Как вы можете уже видеть, я его изрядно уже попользовала. То есть я вам говорила, что я люблю, в принципе, во всем разнообразие. У меня гелей для душа очень много, но вот сейчас рука тянется именно к этому. Он мне до чего понравился. Действительно чувствуется вот аромат сочных ноток ананаса. Может быть, он чем-то немножечко похож на пина колада, но хотя совсем чуть-чуть, потому что сладости особой нет. Есть больше такая сочная кислинка, такой взрывной аромат, очень классный. Мне понравился, кожу не сушит, пенится отлично. Аромат, конечно же, на коже держится не совсем долго, но когда вы принимаете душ, очень здорово и очень много дает мне лично, например, цветотерапия. Он такой яркий, солнечный, янтарный цвет. И даже несмотря на то, что у него гелевая формула, а не кремовая, как я люблю, он мне очень-очень понравился. Прямо хочется им пользоваться, особенно в период, пока у нас в Питере такая, в общем, весна-зима еще. Поэтому он меня очень-очень бодрит и радует. Очень классный солнечный гель для душа. В общем, рекомендую. И еще немножечко по аромату он мне напомнил чем-то кря-кря. Помните, которые вот у нас шампуньки в детстве были? Вот такой вот классный. В общем, всем рекомендую к покупке. Следующая новинка этого каталога вышел у нас в серии «Эксперт Фарма», домашняя аптечка. Это космецевтическая серия, если вы не знаете. То есть эти средства, они являются как и косметическими, так и немного как бы лечебными, как аптечными. Поэтому называется «Эксперт Фарма». Появился у нас в этом каталоге крем, восстанавливающий с аргинином. А может быть, и в прошлом появился, может быть, я упустила. Ну, в общем, я его заказала. Крем, восстанавливающий с аргинином. Приходит все вот в таких коробочках. Его артикул 1676 и здесь 75 мл. Этот крем восстанавливающий вышел у нас на замену любимому многими гелю, восстанавливающему от Сингара, вот этому вот красному гелю, как многие говорят. Здесь было 100 мл, здесь 75. У меня вот этот вот гель, это мой must-have, я регулярно им пользуюсь. Я вот, видите, у меня шрам теперь на руке, я думаю, что вы все заметили. Это меня Тимофей, мой котик, так наградил, в общем, кусил, вцепился в меня зубами, и, в общем, продрал мне руку, и теперь у меня шрам, видите, такой, в общем, выпуклый, не знаю, что с ним делать, но вот мажу постоянно вот этим гелем с аргинином, потом кошачьи царапины тоже, ну, в общем, дома кот от этого, ну, царапины он и играется, и все такое, и, в общем, очень хорошо этот гель такие подобные вещи заживляет, восстанавливает, также отеки хорошо на ногах снимает, вот когда там вены болят, устанете, ну, там, походите долго тоже, да, например, чтобы успокоить как-то ноги. Также он хорошо снимает укусы там насекомых различных, мозоли, натертости, ну, вот всякие такие вещи. Вот, единственное, что состав у этих гелей максимально остался похожим друг на друга, все действующие вещества остались теми же,
например, такие как аргинин, потом флавоноиды каштана, имбирь и подорожник, донник, и добавили сюда наш кислородный комплекс фаберликовский. Запах остался такой же, также есть ментол в составе, но мне кажется, что здесь ментола было больше, здесь чуть поменьше, но говорю, что запах похож, и мне кажется, что вот этот гель был чуть-чуть более жидкий, нежели вот этот. В целом, в общем, новинкой я осталась довольна, я уже его попробовала, так что могу его, в принципе, вам смело рекомендовать держать в своей домашней аптечке. Следующие новинки тоже из серии Expert Pharma. Это гель-спрей для рук с пребиотиками и гель-спрей для ног с пребиотиками. Вот, соответственно, они. И они вышли у нас тоже на смену вместо полюбившихся средств от Сингара. Соответственно, гель-спрей для рук и гель-спрей для ног. Вот такие были средства. Единственное, что средства от Сингара были с пребиотиками и бактериофагами. В новинках бактериофагов нет, остались только пребиотики. Вот, и еще комплекс биолин. Биолин – мощный пребиотик, усиливающий за счет избирательной стимуляции рост и метаболическую активность хороших микроорганизмов на фоне сокращения числа плохих. Регулирует естественное соотношение микрофлоры на поверхности кожи, а также восстанавливает нормальный pH. Поддерживает такую систему здоровой кожи. Но чем, например, хороши были средства от Сингара, например, вот гель-спрей для ног, да, антибактериальные носочки, то, что и этот спрей еще хорошо было использовать для профилактики, например, грибковых заболеваний. Вот, я думаю, что вот эта новинка в этих целях уже не подходит, потому что здесь бактериофагов нет, только пребиотики. Вот, ну, в общем, что я вам могу сказать? Запах, аромат у обоих средств отличается, на Сингару не похоже. Гель-спрей для ног содержит новый, содержит в своем составе масло чайного дерева, и активный такой аромат идет именно маслом чайного дерева. Для рук гель-спрей в своем составе имеет масло монарды. Ну, вы знаете все, я надеюсь, о пользе монарды, да, что она тоже очень хорошо действует на различные болезнетворные бактерии, также и там против плесени она хорошо помогает и для профилактики, и в борьбе с плесенью. Ну, в общем, монарда очень хорошая целебная травка. И, в общем, вот этот вот гель-спрей, он пахнет монардой. Соответственно, очень ярко выраженный аромат. Я, например, аромат монарды не люблю. Вот, поэтому, когда у меня от рук постоянно пахнет монардой, мне тоже это не очень нравится. Вот, единственное, что могу сказать, вот этот вот гель-спрей для рук, он еще и оставляет сильную липкость. Я вчера тестировала, наносила, впитывается очень быстро, но в отличие от этого геля Сингара, он оставляет очень сильную липкость. Поэтому я не знаю, как я буду им пользоваться. Конечно, вот это вот сюда пользую, но буду ли покупать потом еще, я не знаю. Хорошо, что у меня еще есть запасы вот этих средств от Сингара. Я пользуюсь регулярно вот этим спреем. Вы меня спрашиваете, что мне позволяет сохранять мою кутикулу и мой маникюр в таком хорошем, да, виде на долгое время. Я регулярно вот так вот использую вот этот вот спрей. Регулярно увлажняю кутикулу и руки. Вот, и мне вот это вот помогает. А муж пользуется постоянно вот этим спреем, потому что много находится в обуви, много работает, поэтому тоже его вот это средство очень выручает. Вот, что касается геля-спрея для ног, впитывается очень быстро, приятно охлаждает, увлажняет, это мне понравилось, также буду использовать его после педикюра, знаете, бывает тоже что-нибудь там себе порежу или еще что-нибудь сделаю нечаянно, и это хорошо, что здесь в составе масло чайного дерева, оно будет обеззараживать, оказывать антивоспалительный эффект, вот, ну, в общем, в принципе, гель-спрей
для ног мне понравился больше, чем для рук. Он никакой липкости не оставляет, все хорошо. Можете сразу же одевать тапочки или носочки, или даже просто ложиться спать. Очень ногам комфортно. Вот, и теперь скажу артикулы. Для рук спрей 16,77, для ног 16,78. И сейчас в каталоге 7 хорошее предложение. При покупке этой парочки спеццена. И объем здесь по 100 мл. Единственное, что поменялись тоже сроки годности, они стали, как и у всех продуктов Faberlic, 18 месяцев, а у Сингара были 2 года. Следующая новинка – это тональный крем для ног. Вышел он, конечно же, не в 7-м каталоге, но я его вот только заказала. Поэтому тоже вам покажу. Я его уже потестировала. Единственное, что здесь 50 мл, но такое ощущение, что туба полупустая. Потому что туба, смотрите, какого размера. Видите? 75 мл. А налито туда 50, поэтому не расстраивайтесь, не переживайте, все приходит нормально, ничего не полу, как бы не разлито, не бракованное, так и надо. Вот посмотрите, какой оттенок и как он наносится, как он подстраивается, да. Дает хорошее такое тонкое покрытие, просто я сейчас много набрала, но, в принципе, вы можете видеть, как он хорошо подстраивается под цвет кожи. Даже такой белоснежки, как я, он отлично подошел. Очень комфортный, приятное ощущение на коже, он ножки и успокаивает, и придает, снимает усталость, маскирует сосудистые сеточки. И также оказывает венотонизирующий эффект. Он стойкий, и также в нем содержится солнцезащитный фильтр SPF 15. В общем, вот такой многофункциональный крем. Вот, я именно и купила, чтобы был как и венотоник, да, на улицу выйти, и защита от солнца, ну и ноги не такие бледные. В общем, осталась довольна. Очень комфортно, видите, он впитался, все, ничего, никаких ни разводов, ни следов. В принципе, хорошее средство, я довольна. Следующее, появились у нас в разделе пробников пробники для волос из серии Salon Kea. Это шампунь питательный для всех типов волос с комплексом масел, потом бальзам питательный для всех типов волос и маска. И скажу вам артикул пробничков, по 10 мл они, артикул пробника шампуня 82,94, бальзам 82,95 и маска 82,96. Так что тоже можете заказывать, вбивать в свой заказ и попробовать эти средства или поделиться с вашими клиентами. И следующие новиночки, которые у меня остались, это вот такие вот замечательные тени. У меня 3 оттенка теней. Вот эти вот я покупала пораньше, я уже писала на них пост в Инстаграм, а также я снимала домашний влог на прошлой неделе, и вы можете меня увидеть в кадре. Вот макияж выполнен у меня с этими тенями. Ну, сейчас я все вам подробненько расскажу. Так, сейчас мы найдем эти тени. У нас представлено в каталоге 10 оттенков. Вот они, на любой вкус. Это жидкие тени. Они очень стойкие. Тени называются «Галактическое путешествие». Первый оттеночек, вот он. Это артикул 5450. И называются они «Таинственная планета». Это такой, знаете, серо-бронзовый оттенок. Здесь удобный спонж, аппликатор. Видите, здесь он вот так вот идет плоский. А вот так
узкий, плоский, узкий, ну, вот так широкий, так узкий. То есть вы можете вот так рисовать стрелочку, а вот так наносить. Так, давайте нанесем. Видите, если наносить вот так, получается очень яркий, насыщенный цвет. Я, конечно же, так не делала. Так, надо быстро действовать. Я вот так вот пальчиком, мизинчиком по всему подвижному веку их распределяла. Вот так вот. И получается вот так. Бронзовый такой оттенок при плохой освещенности. И при ярком свете он уходит более в такой серый, что ли, цвет. Но посмотрите, еще раз повторюсь, посмотрите фото еще у меня в Инстаграм. И на глазах, и просто вот, вот такой. Вот. Ну, в принципе, хорошо видно. И тени хамелеоны. То есть они не одного цвета, они еще при ярком свете еще и играют. Вот, в общем, вот сводч. Фото сводчи тоже я сделала, сегодня выложу. И обязательно посмотрите эти оттенки. Ну, хотя камера сейчас прекрасно оттенки передает. В принципе, как сейчас вот вы их видите, так и видите. Итак, давайте покажу вам второй оттеночек, который у меня есть. Я еще его на глазках не носила. 54-53. И это у нас звездный дождь. Он идет в каталоге вот на веках у глюкозы. Это яркий такой серебристый, действительно звездный дождь. Яркий серебристый оттенок. Такой стальной, как бы как темное серебро. И уже этот оттенок, он менее плотный, чем вот этот первый бронзовый. И он в своем составе содержит блестки. Довольно-таки такие крупные серебристые блестки. Вот. Но красивый, конечно, очень такой праздничный. Вот, видите, блесточки хорошо видны. И третий оттеночек, который у меня есть, это 54-57, это полярное сияние. Действительно, как полярное сияние, очень такой красивый зеленый оттенок. Такой сияющий. И текстура этих теней, она, видите, совсем невесомая. То есть эти тени более жидкие, чем вот эти очень плотные, эти более средние, а эти совсем, совсем легкие. То есть этими можно прямо вот так вот аппликатором и на все веко делать. А потом, если захотите стрелочку, то можно, в принципе, наслаивать вот так. Вот такой получился у меня обзорчик. Я надеюсь, что вам видео понравилось, что вы для себя узнали что-то интересное и полезное. Напишите, что вам больше всего понравилось, что планируете покупать, мне будет очень интересно почитать. Если будут вопросы, то обязательно задавайте, я обязательно на них отвечу, пишите комментарии, всегда им рада. Ставьте лайки, если видео понравилось, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, если вы еще не подписаны. Не забудьте, что ссылочка для регистрации в компанию Faberlic находится внизу под моим видео. Желаю всем хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!